Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. Здравствуйте, дорогой отец. Добрый Олег. Вечер. Добрый. И благословите наших телезрителей. Господь благословит на все добрые начинания. Я надеюсь на то, что наше общее начинание вместе с нашими телезрителями, мы вместе сегодня с вами обсудим тему, которая звучит так: «Как стать апостолом?». И если эта тема вдруг вас заинтересует, то, пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир в Санкт-Петербурге. Код города 812. Телефон прежний 677-62-44. Будем очень рады вашим звонкам. Дорогой отец Олег, знаете, мне настолько понравилась эта тема, то есть обостренная до, вот как вот, ну действительно, как острие бритвы. Потому что здесь хорошо бы так пройтись так, чтобы не упасть в такую простую риторику, что да, все хорошо, вот замечательно, если мы будем жить так-то и так-то, то все будет там отлично. С другой стороны, хочется действительно разобраться в теме, потому что ведь когда мы вспоминаем апостола Петра и Павла, первореховных апостолов, то мы понимаем, какую историю мы связываем и знаем историю с и предательством Петра, и гонителя Савла, который стал апостолом Павлом. И это же удивительно. Вот как раз в этом-то и возникает у меня первый вопрос к вам в нашей передаче. Что нужно, что можно и что сделать для того, чтобы из гонителя Христа, из человека, который всячески жестоко преследовал учеников Христовых, он сам стал Христовым учеником, и способны ли мы стать такими учениками и из Савла превратиться в своего собственного какого-нибудь, я не знаю... Павла. Да. Конечно, в сегодняшний день я хочу всех поздравить со святыми апостолами Петром и Павлом. Мы вспоминаем их жизнь. Сегодня многие снова почитали их житие. Удивительное, красивое. Можно снимать прямо многосерийный сериал по жизни там Петра и Павла. Там это просто, мне кажется, зачитаешься. Но только вот жалко, что мы мало читаем. Да. И ведь о них написано не только в Евангелиях. Есть и историки, есть святые отцы, которые писали именно экзегеты о их жизни, о их жизни до знакомства со Христом. И, конечно, поражает их самоотверженность, упорство, наверное, того, что не хватает как раз каждому из нас. И здесь бы я поставил главную точку, ну, по крайней мере, для себя, это поиск. Поиск и поиск истины, поиск той правды, которая необходима каждому человеку. Необходима в каждое свое время. Мы иногда живем в своем мире, который мы выдумали сами, в своей так называемой матрице, и в ней есть своя правда, часть правды и истины, потому что мы видим весь мир через призму своего эго и выстраиваем отношения с этим миром через отношения с самим собой, в первую очередь. Да. Мне это выгодно, удобно, приятно. Тогда продолжается действие либо с другим человеком, его, мы соглашаемся с ним или мы не соглашаемся. От этого зависит результат нашей встречи. И поэтому мир живет этими законами. Ты мне, я тебе. То есть дашь за дашь, око за око. В принципе, Ветхий Завет, он продолжается жить в каком-то образе. Но вот если человек начинает искать смысл жизни, искать истину, которая где-то
настолько глубока и раскрыта в какой-то тайне. То есть нужно быть каким-то, знаете, следопытом или разведчиком, или вот искателем. Вот когда, знаете, человек приезжает на раскопки, он ищет артефакты, он ищет что-то, что подтвердит его желание найти, если он научный сотрудник или просто приехал там. Он ищет, чтобы найти. А когда найдет, обретет, он радуется больше всего. Он затратил там, может быть, тысячу там, долларов, то есть много денег. И вдруг он находит то, что искал, это становится его драгоценностью, его откровением. Не об этом ли пишется и в Евангелии, что если мы найдем это сокровище, а вот какое это сокровище? Что это за сокровище? Ведь и мы можем говорить об истине разными языками, и у каждого она будет своя. И, возможно, даже это будет правдой по отношению и к народу, и к человеку, и к животным, и к миру духовному. Но мы знаем, что истина одна. И через призму этой истины, имя которой Христос, мы можем тогда и разложить все остальное по полочкам. Кто я такой в этом мире? И тогда с этого начинается вопрос дальнейший к самому себе. Кто я такой? Ну, а тогда надо искать ответы. Где мы их будем искать? У философов? Прекрасно. Я именно с этого начал в своей жизни, когда этот вопрос у меня возник настолько глубоко, что я стал просто искать смысл жизни. Знаете, вопрос, да, этот риторический. Зачем я живу? Видя смерть близких, родных, далеких, просто смерть, которая, в принципе, пугает даже детей. Мой первый испуг был в детстве, когда мы хоронили бабушку. Я посмотрел на группу, подумал, я тоже буду таким. Неужели я буду таким, и значит, меня больше не будет? У меня до сих пор, сейчас у меня аж пробежали от этого страха детского воспоминания какие-то флюиды. И как вот с этим бороться, с этим страхом? Поиск. Поиск того или той истины, которая даст мне свободу. Это прекрасная тема, потому что как бы здесь еще есть одно такое недоумение, которое возникает у меня. Ведь мы все призваны к святости, как написано в Священном Писании, будьте святы, как Отец мой свят. И понятно, что мы все еще любим такую цитату: «Вы царственное священство» и так далее. Но как стоит вот только задуматься об этом, и вдруг, может быть, так каким-то, я не знаю, каким промыслом, не знаю, но вдруг ты падаешь так, что не то, что там, типа, просто нос разбиваешь, зубов не остается, потому что, просто совсем. И думаешь о том, что ты упал так, что, наверное, ты теперь вообще инвалид. Я имею в виду духовный. В том числе и в духовном плане. И вот как-то мы с вами разговаривали, и вы тогда сказали о том, что в любом случае Бог существует, что называется, из глубины. То есть мне очень нравится «bas de profundo», который буквально означает «из глубины». И мне тогда иногда кажется, что хорошо, если мы соглашаемся с этой идеей, потому что если ее отвергнуть, то тогда надо просто прекратить. Вообще просто вообще все попытки будут брошены, потому что какой смысл в этом случае? И тогда возникает такой вопрос: ведь как стать апостолом для нас, это вопрос как-то неудивительно, но не риторический, а я думаю, что самый практический. Так в этом случае, как такому практику, который каждый день служит литургии, я и хочу вас спросить, как? Как сделать так, чтобы появилось в тебе хотя бы кусочек такой, который ты скажешь, все равно во мне Бог, все равно я встану и так далее. Вот что нужно сделать для этого? Вы знаете, я когда прихожу в школы, или к детям на уроки. Первое знакомство, особенно когда мы с детьми знакомимся,
Ну, как обычно, для того, чтобы расшевелить, как говорится, публику, мы в такие простые вопросы, которые всем понятны. Кем вы хотите стать? Ну, обычный вопрос, в принципе. Ну, он затрагивает тему как раз духовного развития ребенка, так и его семьи и так далее. В принципе, у каждого есть, опять же, папа, мама, у которых есть свои профессии, некоторые хотят им подражать. Ну, кто-то врачом, кто-то там банкиром, очень большое количество. А раньше как-то президентами хотели быть там, ну вот, ну, сейчас поменьше. Вот. Ну, и, то есть, там, полиция, там, то есть, такие военные там есть, да, все. Я говорю, прекрасно. Кто-то космонавтом, да, уже не перестали, вот жалко. Мы это как-то мечтали все время. Пожарным. Пожарным, космонавтом, то есть какой-то такой вот драйв. Героическое. Да, что-то прямо, чтобы так уж вот, на краю пропасти постоять, да, как у Высоцкого. А я потом спрашиваю, хорошо, прекрасно, а кто хочет стать святым? Поднимите руку. И как? Молчание. Полным, они в недоумении. Как? Это что, профессия? Я говорю, вы знаете, это не то, что профессия, это смысл профессии. Ну как же так? Я говорю, вы знаете, вы хотите стать банкиром? Как вы думаете, какой должен быть банкир? Святым или грешником? Грешный банкир, понятно. Да, тогда грешный банкир, это понятно, это вор. Святой – это тот, кому можно доверить свои деньги, сбережения и так далее. Таксист может быть святым? Да. Обязательно. Врач – просто по априори своей. Президент – ну, просто должен быть святым. И так далее. То есть святость – это не профессия, это глубина этой профессии, это смысл, источник профессии. Если этого нет, ребят, все останется на том же месте. Ну, хорошо, с этим мы дело разобрались. Теперь вопрос, как стать святым? Да, как? А где учебник у нас святости? Вот было бы хорошо, да? Там зарядку сделал, сходил в спортзал, там что-то такое, какое-то есть. У нас тысячи книг, как стать святым. Это жития святых. Они-то стали святыми, будучи простыми людьми, грешниками, врачами, военными, там, президентами, да, то есть царями они были и стали святыми. Почему же у нас этот урок как-то проходит мимо ушей. Почему мы его не застряем? Мы говорим о всем прекрасном. Прекрасные святые, сегодня апостол Петр и Павел, вот о них рассказываем. Я говорю, а мы кто среди них? Мы говорим, Христос посреди нас. Отвечаем, есть. А мы-то посреди этого общества христиан, истинных христиан, не в плане той, как будто подпольной церкви, нет. И мы говорим сейчас о духовном нашем состоянии. Вот. И тогда мы смотрим, как мы далече, да, я про себя тоже об этом говорю, что мы еще далече от того центра, который, центр, в котором имя Иисус Христос, нам что мешает к нему приблизиться? Ну, мы выстраиваем стенки, да, из своих фобий, страхов, ошибок, грехов, непонимания людей и этого мира. Мы всегда стремимся делать свое как бы размышление, а оно получается потом осуждением. Мы рассуждаем, мы не осуждаем. Но в каждом рассуждении есть оценка. А если ты оценил человека, ну, извините меня, ты однозначно редко поставишь пятерку своей жене или мужу да, за какие-то его, или такие ошибки, или детям. Ну-ка, какие у нас там двойки? Опять двойка. Все время двойка, одна и та же оценка у нас практически. Все время чем-то мы недовольны детьми. То есть это всегда происходит какая-то... Где здесь Христос? Где здесь любовь? Она появляется, когда мы приходим в храм. Начинаем каяться. Господи, да я какой же я грешник? Какой из меня святой? Ну, значит, мы, получается, где-то запинаем. Мы не можем переступить через что-то. Что нам мешает стать святым? Как вы думаете? Ну, у нас есть звонок из вот, Белгорода. Может быть, Евгений нам подскажет. Меня, да, Евгений, он меня спас от вашего вопроса. Может быть, Евгений вам подскажет. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Ну, из Писания нам понятно одно, что если бы не прямое вмешательство Христа, то Саул так бы и остался успешным фарисеем, а Симон с Андреем по сей день бы наловили рыбу. Так что не самое главное еще и именно непосредственно вмешательство, Божий промысел.
Спасибо, Евгений, за... Евгений всегда немножко опережает, он промыслительно опережает нашего. Здорово, молодец, это здорово, мне очень нравится. Очень. Да, что он уже подсказывает. Мы об этом тоже тему еще... Это встреча. Ну ничего, как раз дошли теперь. Это прекрасно. Да, и вот мешает нам то, что мы как раз-таки еще не встретились с тем, кому мы должны подражать. Раньше, даже в Советском Союзе у нас были всегда... лидеры в своем, в учебе, в передовице, и так далее. У нас были тому, кому нужно было подражать. Эта политика, в принципе, правильная, потому что мы должны также подражать святым. Апостол Павел говорит, если вы не можете подражать Христу, подражайте мне, как я Христу. То есть берите меня пример. Нам нужны не передовицы, нам нужны светлицы, где можно просветиться, хотя бы хоть капельку понять, ах, вот так надо было поступить, а вот здесь вот так он сделал, он его взяли, в цепях, а он, взял и не стал их осуждать, и он сидел в тюрьме и молился. Так вот, оказывается, если меня в угол поставят, можно, оказывается, не осуждать учителя или папу с мамой, если вдруг такое случится, поставить меня в угол без Wi-Fi, то тогда можно просто за них помолиться. То есть примерами на жития святых это всегда было. Учились дети наши до 17-го года на жития святых. Читали по псалтыри, изучали язык на псалтыри. Изучали жития святых. Евангелие, это было основное, то есть заложенное семечко, которое потом раз, как-то там закрутили, завернули, и теперь и другой, и язык другой, и что-то еще другое, и все, раз, и вот эту точку надо раскрыть, это ген русского человека. В нем находится святость, в этом гене, в нем находится Христос, это народ-богоносец, наш народ, мы и богоносец, и в том же время крестоносец, мы несем крест. Вот, и если... мы докопаемся, можно сказать так, да, по такому фразе докопаться до этого гена, как-то вот его раскрыть через искусство, снова вернуться к традиции русскости, прекрасной музыки, поставить какие-то преграды на телевидении и на радио, защищая умы наших детей от этих страшных энергий, которые... просто вылезают уже как хотят, уже как будто им дано право командовать здесь, в этом духовном мире, своими фильмами, игрушками, стрелялками там, и так далее. Это очень опасно. И поэтому мы сейчас, увы, пожинаем пока вот это такое вот в школах, пока этот вопрос висит априори. Кто хочет стать святым? Да. У меня, знаете, какой еще вопрос, который прозвучал в том числе и в вопросе Евгения? Ведь мы знаем о том, что апостол Павел был только одним из многочисленных фарисеев-гонителей. Их было, мы знаем о том, что их были сотни. Но только вот к одному обратился Христос, сказал: «Савл, Савл, за что ты гонишь меня?» И вот здесь вот и возникает вопрос, который я вот и разделяю вместе с Евгением. Если вот мы представим себе, что вот этого вмешательства не было, все-таки получается, что Савл, как вот один из фарисеев, он был готов к тому, чтобы услышать, или это просто к Савлу обратился Христос. Это раз. Во-вторых, вопрос по поводу призыва апостолов, то есть учеников, которые, Симон, Андрей, и дальше мы можем перечислять, и каждый пришел к тому, чтобы стать учеником Христовым по-своему. Они и отказывались от него, и не могли понять его притчи, и он обвинял их в том, что они находятся в неверии, и так далее. Вы помните. И апостолы находились в страхе иудейском и не могли... мы это все знаем. И поэтому вот и возникает вопрос. А сколько вообще, может быть, этих учеников? Мы знаем, что были скрытые ученики. Мы знаем, мы знаем 70, которые еще были... И вот в этом случае возникает вопрос.
Ведь те 12 это были, они призваны Христом, вот именно эти люди, или мы все призваны стать такими? Конечно же, сначала есть первые, да, первые, которые были призваны. Смотрите, о чем идет речь. Мы хотим ответить на вопрос, как стать апостолом. И здесь мы специально это, такую тайну закрыли, потому что апостол — это не профессия. Есть хорошее стихотворение, да, «Пусть меня научат». Да, «Хочу быть там водителем». «Я бы в святые бы пошел, пусть». Да, «Я бы в святые пошел, пусть меня научат». И вот, и здесь невозможно им стать без той встречи, которую сейчас сказал нам Евгений, без той встречи, когда ты встречаешься с Христом лицом к лицу, глаза в глаза, и вот тогда уже звучит голос Христа из Евангелия: «Иди за мной». И ты его не отличишь, ты отличишь его из миллионов голосов этого мира, которые также зовут «иди за мной». У нас реклама кричит, у нас телевизор кричит, у нас радио кричит: «Идите ко мне, да. У меня лучше, у нас дешевле, у нас прекраснее, у нас в долг, у нас бесплатно» и так далее. Уже, кстати, сыр в мышеловке платный, кстати, вы в курсе? Вот. И поэтому здесь говорится о той встрече, которая, она просто проходит, не проходит без следа, она абсолютно настолько отвлекается в сердце человека. Но вот почему произошло это именно с ними? Вот это вот тайна. Конечно, я думаю, что, мне кажется, вот я бы так подумал, что Павел не был готов встретиться с Христом. Во-первых, когда он ослеп и уже явился в Христос, он ослеп, его повели там в дом кожевника, он там как бы и является ему Христос, и говорит: «Иди крести Павла». Он говорит: «Этого, Савла, иди крести его». Да. «Да он же там убийца, он же, я не могу». Он говорит: «Я на нем покажу всю благость, всю благодать, на нем покажу, как бы изменяя его, я его сам изменю, это сосуд моей благодати. Я его изменю так, чтобы все удивились». То есть это было решение Христа, это было, он хотел, как и ожесточение, например, у фараона было, да, тоже было промыслительным. Почему? Потому что нужно было дойти до крайнего состояния человека, да, его отчуждения, что как вот фараон все говорит: я до конца дойду, но погублю этот народ. Угу. Вот. Вроде бы отпустил. Ну что, дал слово, так держи его. Да. Нет, он пошел за ним. И вот нужно было ему... Это все прообразы, конечно же, да, того ожесточения дьявола, который напирает на человека. Но мы видим тут же и благодать Божию, которая именно в этой немощи свершается. Как сегодня мы слышим в Евангелии, в апостольском призвании, о чтении, как апостол Павел как бы хвалится своим призванием, но для того, чтобы... не для того, чтобы кого-то унизить, а в конце концов говорит, что я лучше буду хвалиться своими немощами. Хотя он был и в раю, его душа была в раю, он претерпел столько страданий. Читаешь, ну, Боже мой, я говорю, фильм можно снимать. Там, палками бьют, камнями побивают. На дне моря сидит целые сутки. Там. То есть это вообще просто, понимаете, фильм исторический, фильм приключенческий можно такое создать. Но чтобы дети смотрели, удивлялись: «Боже мой, там дети капитана Гранта просто отдыхают». Поэтому, понимаете, поэтому по такому... если это все красиво написать. Но в Евангелии все написано. Почему? Что ж мы так мало его читаем? Ну, потому что мало даем его вот в этот урок. Урок благочестия. Должна быть обязательная связка с Евангелием. И тогда на Евангелии, на вере в эти слова, которые сказал Христос, через апостолы, записали за ним, друг за другом записывали, передали нам, возникает вера. Ведь вера от слышания. А слышание Слова Божия – это закон. Мы не можем уверовать по-другому, как написано в Евангелии. Если мы не верим так, как не в Евангелии, значит, это суетная вера. Я иногда на крещении там вижу, люди там неподготовленные так немножко. Говорю: так, хорошо, есть вера, есть суеверие. Вот через какое плечо нужно плевать, когда черная кошка перейдет дорогу? Люди отвечают, начинают. Я говорю: ну вот видите. Говорю, то есть мы знаем, какой год Козерога сегодня или там какая. Да, и так далее. Да, да. Но то, что в Евангелии этого нет, говорю, значит, это суетная вера. То, если нет об Евангелии, как эта кошка перешла дорогу? У нас есть телефонный звонок из Москвы. Звонит наша постоянная телезрительница Юлия. Юлия, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, благословите. Господь благословит вас.
Вопрос такой, вот бывают моменты в жизни, наверное, каждого христианина, когда вдруг где-то в какой-то момент ты начинаешь проповедовать, причем понимаешь, что ты, ну, как будто сам ничего не делаешь, а вот через тебя Господь вот человеку открывает какие-то вещи о православии и так далее. И, в общем-то, состояние такое странное, и после этого вроде бы хорошо так, как будто ты сделал то, что должен был сделать. Но потом почему-то приходит неприятное человеческое ощущение, ну, как будто тебя Бог использует, или что ты уже ищешь подвоха, вот хочешь куда-то поехать и думаешь, ага, сейчас, наверное, Господь через меня что-то будет... Ну, то есть, что я еду не за этим, а на самом деле себе не принадлежу. Ну вот, можете рассудить, почему вот такое неприятное чувство? Надо же радоваться, что ты помогаешь. Ну что, Господь да. через тебя хочет что-то сделать. Вопрос прекрасен, понятен, и на него Святые Отцы отвечают очень четко, понятно. То, что Дух Святой вам подсказывает, как общаться с людьми, это прекрасно. Когда вы проповедуете Евангелие, это проповедь о Христе, это наивысшая проповедь. Это в этом как раз и есть заключается апостольское служение, то есть стать учеником Христа. Это значит, это Евангелие вкусить, да, его переварить, принять его, в него поверить и наслаждаться им, целовать каждую буквочку в Евангелии, просто понимая, что это письмо, письмо Бога для человечества. Если вы его расшифровали своим близким, показали, подарили это Евангелие, и где-то их сердечко кольнуло, они однозначно изменятся, потому что это слово, которое сеется. Вышел сеять слово, сеятель, да, бросил то там, то здесь, там птицы поклевали, там камушки такие, а там вот проросло, вот там пошло, дело хорошо. Вот, поэтому сейте, это прекрасно. А то, что у вас происходит потом разочарование какое-то, или это не забывайте, что враг рода человеческого работает 25 часов в сутки, не спит, не перекуривает, на обед не уходит. Его задача вот эти семечки, которые вы разбросали, да, которые семена Слова Божие, собрать, поклевать, убрать, стащить, своровать, ну, как угодно это назовите, он вор. Вот. И, конечно же, мы, не зная его, чувствуем его присутствие. Вот это уныние, какое-то неприятное, потому что это самое для него... Такая работа, он не может терпеть, когда люди проповедуют. Для него это просто... Почитайте вот прекрасно Карла Льюиса. Письма Баламута. Как он там исповедуется, да, бес исповедуется старшему бесу. Прекрасная книга. Там все сокровенные тайны вот этого помыслов, которые вносит нам бесовский враг. Вот. И как мы на них реагируем. Вот. И они даже друг другу подсказывают, чтобы, не дай бог, человек не ушел сильно, сильно его не скушай. Тихонечко скушай, чтобы он был теплохладен. Ходит в церковь, пускай, свечки ставит. Но не только не покаяние, только не вводи его в сильный грех, там, потому что он иначе покается и пропадет из нашего поля зрения. Ведь что такое покаяние? Покаяние – это когда мы исчезаем с радаров у дьявола. Он ищет свое, в мире сим. И у него сети расставлены так, что мы в них постоянно попадаем, как мушки или пчелки маленькие летят, раз в сеточку паука попадает, и нам нужен кто-то, комарик, который нас спасет. Вот. И чтобы не попасть в эти вот сети, как раз есть покаяние. Об этом говорит святой великий, о том, что у него спрашивают, что, а как же спастись? Он увидел весь мир, покрытый сетью дьявола. Он говорит, боже мой, а как нам отсюда вылезти? Нам не можем никак из этих сетей, он нас всех держит. Нет, покаяние – это пропуск, это то, что мы становимся невидимы для него. Когда мы каемся и становимся, принимаем благодать, мы как невидимки. И мы можем вот в это время и проповедовать, делать добрые дела. И потом, когда мы, конечно, он нас обнаружит, то как бы получается, что мы становимся лицом с врагом рода человеческого. И тут уже у кого, как говорится, что сильнее. И наша вера,
а мы верим, что у него нет власти даже над свиньями. Вот, и у нас есть крестное знамение, которое мы поражаем врага, у нас есть все оружие, у нас Слово Божие, у нас есть шлем спасения, у нас есть обувь, которая дается нам для того, чтобы для благовествования, чтобы наступать на змей и скорпионов. Смотрите, как у нас много всего. Как вот в игре какой-нибудь, да, так раз берешь оружие, то и пошел там, да. Кушать, но не забывайте, что Слово Божие – это обоюдно острый меч. Пронзая врага, не забывайте, что он может пронзить и вас. Если мы не исполняем то, что говорим, увы, мы пока еще не воины. Мы так немножко поговорить пришли. Будьте аккуратны в этом плане. Помните, как если мы врагу говорим, мы его, ну, во время лечения, ду не плюнь на него. Да, да. Ну, вот. Готовы? Юлия, а теперь, тоже. Я говорю, а после этого говорю, вы теперь готовы сражаться? Потому что вы сейчас только что плюнули в осиное гнездо. Вы только что там раскрутили вот это осиное гнездо, и сейчас оттуда вылетит рой. Куда денетесь? Сейчас всех покусает. Угу. Сочетаемся с Христом. Сочетаемся. Вот другое дело. Да, это хорошо. Ну, продолжая разговор о том, чтобы как можно стать учеником, вот здесь тоже возникает у меня еще один вопрос. Ведь апостолы, когда, ну, например, Симону и Андрею, он сказал, бросайте, я сделаю вас ловцами человеков. И они бросили и пошли. Они же не знали, что это Господь, что это... Ведь апостол Петр уже... за кого меня считают? Помните уже, когда... одни вот почитают тебя как за Илью, там, да. А вот апостол сказал, что ты Христос, и на тебе основу церковь свою, тогда он говорит. И вот в данном случае не получается. На семь камнем. А? На семь камнем. Надо, ну да, Петр, да. Ну, то есть на этом камне и обосную церковь. Так вот, и возникает такой вопрос. Ведь они же не знали, что это Господь. Они же не знали этого сначала. Никак. Почему в этом случае они вот так вот легко, ну, не легко, ну, бросили и пошли? Вы знаете, во-первых, то, что Господь, конечно же, они еще в это не ведали, но то, что Он Мессия, они об этом размышляли. Во-первых, всегда в каждом веке... То есть они ждали Его? Конечно, ждали. Мессия. Тем более перед Ним был предтеч. Не забывайте, что Его проповедь о покаянии была очень сильна. И Андрей, и Иоанн, и Петр, они ходили, видели Христа еще при крещении. Там есть моменты о том, что... Они же были учениками Иоанна, да, и крестителя, многие из них. И когда они увидели это как бы чудо, Иоанн свидетельствует о нем, что вот он, агнец, берущий на себя грех мира, агнец. Вот, конечно же, они потом подошли к нему, спросили, там, Рави, где ты живешь? То есть они стали знакомиться с ним. Они пойдем, посмотрите, пожалуйста. То есть увидели его смирение, увидели его красоту, такую даже человеческую какую-то необыкновенность. Его он отличался от всех людей, от всех пророков, которые были, и которые и были там лже-мессии, там было их очень много. Да. Вот. Но при этом мы нашли того, о ком говорили пророки. Кого? То есть они ждали Мессию. Да. И об этом говорили пророки, что он придет. Да. И, конечно, в ожидании вдруг он появляется, уже какие-то чудеса проявляются, там сходит Дух Святой, об этом говорит Иоанн всем. Я видел Духа Святаго, он же не просто там, нам кусочек в Евангелии написано, это он сказал всему народу. Он засвидетельствовал даже пред фарисеями. Потом, помните, Иисус Христос спрашивает у фарисеев, а вы верите Иоанну, что он сказал про меня, да? А говорит, ну, нет, мы не знаем. Да, тогда я вам не скажу. Да, я вам не скажу. То есть, ну как, если вы Иоанну не поверите, то как же вы мне-то поверите, если Иоанн о мне свидетельствовал? Сейчас я свидетельствую о себе, вы не верите мне, не ему, так, ну так, значит, вы не верите тому, кто послал его и меня. Вот, поэтому здесь нужны были как бы свидетель Иоанн первый о Христе, что он Мессия. И сам Христос уже потом доказывал это своими и своими делами, ну, и тем, что он был послан как раз для того, чтобы уже образовать церковь, да, которую врата случае, ада не одолеют, о которой мы сегодня тоже читали. В этом случае тогда следующий вопрос у меня возникает. Вот мы, ну, в одном Евангелии читаем, что Петр носил меч с собой, будучи как бы, ну, для чего-то.
Крючки, может, там починять там. Ну уже да, нет, меч. Ну там нож был, там небольшой меч, там нож был. Ну да, но там звучит. Им нельзя было ложить оружие, это был ножик, который был не виден для стражи. Ухо в одном Евангелии он отсек ухо, в другом просто как бы некий ученик, ну и так далее. Но дальше у нас один из примеров, ну, вот просто вот этого искушения. Когда, помните, Петр сказал о том, что не брошу тебя никогда, то есть как бы да не будет так, буду ну, там и так далее. И тогда Христос сказал, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Ведь вот здесь возникает тоже вопрос. Это что? Это просто вот Христос сделал такое, как бы сказать, такое назидание, или это случилось по той причине, что сам Петр не был готов еще к, вот, к этому как бы, подвигу этого служения? А здесь очень интересный момент. Дело в том, что Христос, как Сын Божий, Он живет вне времени, одновременно и во времени. Да? И естественным образом Он знал, чем закончится вся история до создания мира. До создания мира. Он уже знал, чем закончится его страдание на кресте, потому что это был совет. Предвечный совет. Вот, поэтому, конечно же, он опережал это время, он знал, чем... Но как человек он проходил это временное состояние, но знал, что... И то, что он сказал Петру, наверное, ну, как пророк, да, то есть он сказал пророчество о том, что произойдет. Как пророки, пророки знали, они ведь Духом Святым говорили о том, что будет то-то, то-то, то-то. Пророчество сбывалось, значит, пророк говорил правду. Вот, и здесь я думаю, что это назидание, конечно же, о том, чтобы его немножко гордость его чуть-чуть снизить, чтобы он поднимал это смирение, а ведь после этого Петр очень долго плакал. И поэтому на коротко у нас до сих пор есть церковь так называемого Петра, на которой вместо креста в Иерусалиме есть петух. Наверху стоит петух, вот, где как раз произошло отречение вот, Петра. Это, конечно же, трудно понять, читая Евангелие, трудно понять, что он мог упасть настолько, да, то есть мы видим в нем такую горячесть, увидим, ну вот, наверное, вот эта горячесть и как у будущего апостола Павла, наверное, и привлекла благодать Божию. Господь ведь смотрит на нас сейчас одновременно, вот всех видит абсолютно, да, и смотрит в каждом сердце, есть место говорит, благодати. Как он определяет это? У него свой есть благодатометр, где он замеряет нашу возможность принять эту благодать. Если мы заняты своими делами, там, да, ну, понятное дело, значит, наша почва еще заросла тернием. Если он видит, что мы готовы принять Слово Божие, но нет влаги, чтобы семя проросло, ну что же, опять же, у нас благодати будет немного, там, а то ее и крадут. А если почва уже готова, сердце готово принять эту благодать, это уже называется подвижничество. Человек подвизается. Подвязается, и этим подвижникам Господь дает благодать. Это не то, что взаиморасчет, да, это не какая-то там я подвязаюсь, значит, я благодать получаю. Я не подвязаюсь особо. Я там не монах, не могу так служить по 6 часов службы, как на Афоне. У меня таких сил нету. Но у них-то есть эти силы, они, значит, подвязаются, у них, значит, больше благодати. Конечно, больше, потому что она их и держит. Как говорит сегодня апостол Павел, говорит, не я потрудился, благодать во мне потрудилась. И поэтому мы можем понять и слова преподобного Серафима Саровского. О стяжании благодати, смысл христианства, христианской жизни, вот он. Вот урок благочестия, вот урок святости. Что мне делать, как мне стать святым? Стяжая благодать. И каждого она в своем априори каком-то выйдет. Кто-то хорошо молится, прекрасно молись, спасайся. Хорошо постишься, получается пост у тебя прекрасно. Постись, стяжая благодать. У тебя хорошо получается помогать бедным, строить храмы. Прекрасно. И на этом человек получает благодать. Но все вместе соединить в одном человеке, это практически невозможно. Поэтому Господь и дает всем направление. Пожалуйста,
Он даже перечисляет, кто-то из вас благодетель, прекрасно, кто-то из вас врач, прекрасно. То есть мы сейчас возвращаемся к тому, что можно быть святым при любой профессии. Я так понимаю, что у нас есть еще апостольские послания. И вот каждый из них совершенно уникально. В особенности просто послания апостола Павла, они... для самых вот как бы для тех сердец, которые просто еще, еще пока глухи, но все равно вот апостол Павел доходит, по-моему, до каждого человека, если кто-то хочет слышать. Послание апостола Петра тоже совершенно удивительное по своей силе. Веры какой-то. Но есть еще у нас послания, которые нам помогают в самых конкретных случаях. Послание апостола Иакова, например, что вера без дела мертва, и так далее. И вот в этом случае, если мы слышим еще и самих апостолов, если мы их читаем, то, наверное, нам легче каким-то образом все-таки стать на путь учеников не из 70, но из, я не знаю, из 70, да, и так далее. И поэтому у меня и возникает один из последних вопросов, на который я очень вас хочу вопросить, что называется. Вам какие книги особенно помогают в проповедях и так далее? Прежде всего, самое главное – это Евангелие. Я через него уверовал, потому что моя вера пришла сначала через Евангелие, потом уже она стала раскрываться мне уже в церкви. То есть я увидел, что Евангелие и церковь – это схожи. То есть церковь проповедует Евангелие через таинство, через различные священнодействия, через проповедь священников, везде, на всем, на каждом месте идет проповедь. И вот эта проповедь, искусство проповеди, оно, конечно же, Иоанн Златоуст, свидетель, который просто превышает, наверное, и многие другие, сейчас не будем перечислять, их очень много. Вот. Но в первую очередь надо поверить в Евангелие, что вот это истина. В нем слова, которые обращены именно к тебе. Если бы на свете не было ни одного человека, лежало бы Евангелие и я должен был поверить, что это письмо, это спасительная книга для меня. Я должен по ней жить, я должен ее скушать, как я сказал, да, это писание, и стараться жить по нему. Когда у меня не получается, у меня есть, опять же, подсказки Евангелия, покаяние. Покаянием я снова возвращаюсь на изучение. То есть каждый раз, каждый день экзамен на Евангелие, каждый вечер я проверяю себя, жил я по Евангелию. Нет, я каюсь. Жил по Евангелию, благодарю Бога за благодать, которую он дает мне, чтобы жить хотя бы немножко по Евангелию прожить. Конечно же, мы еще не святы, как свят Бог, и в теле мы не познаем эту святость абсолютно, потому что наше тело, оно, увы, дает сбои, но, по крайней мере, у нас есть Дух Святой, который наполняет церковь, наполняет их таинство, и причастие, которое мы с вами принимаем, тело и кровь Христова, дает нам стать учениками Его и близкими по крови к самому Христу. Ну что же, отец дорогой, вот осталась одна минута от отведенного нам времени. Я, знаете, очень бы хотел попросить вас сказать какие-то слова нашим телезрителям. Причащайтесь чаще, дети, будет очень хорошо. Хорошо, что вы так... краткость, что называется, ваша сестра. Спасибо, дорогой отец Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рапья. Дорогие наши друзья, спасибо вам за вашу любовь, за ваше служение, за ваши молитвы. Без вас мы ничего не можем с вами, мы способны на многое. Благодарим вас и, пожалуйста, оставайтесь с нами на Первом православном канале.